сильно благодарен своей команде Indie Music. Человеку, который в определенный момент в моей жизни, когда было все хуево, настолько хуево, что вы даже не представляете. Человеку, который поверил в меня, поверил в мою музыку. Имя этого человека – Михаил Борисович Сапай. Я в гримерке говорю: «Миш, ты выйдешь на сцену?» Он говорит: «Нет, я очень боюсь, поэтому пошумите!»